Я хочу сказать, что вот когда я услышала информацию от Зиночки, то я сразу поняла, что это что-то такое фантастическое, космическое. Но меня тормозило то, что я вообще технически нулевой человек. Я врач, и для меня вот это всякие вот эти слова, названия, для меня это была катастрофа. Я говорю, Зин, я ничего. Она говорит, Маша, это ерунда. И я училась. У меня ни компьютера, ни интернета. Я провела, вызвала мастеров, купила новый телефон. Все это Зина мне закачала, скачала, помогла. Все это я начала каждый день и ночь смотреть эти презентации, изучать. И потихонечку в голове уложилось, что такое веб-3 и так далее. Ну, в общем, блокчейн и для меня это было чужеродно. Так что нельзя этого бояться. Самое главное, что техническая сторона на 10% всего. Все остальное самое главное – увидеть перспективу, дальносрочность, долгосрочность. И что это будущее мы закладываем. У меня глаза горят, щеки горят. Я не могла спать ночи, первые дни. И, конечно, просто я впитывала каждое слово, влюбилась в наших этих в Юрия, в Жарикова, потому что они технические ребята, такие грамотные, а Юрий организатор. И, конечно, с такими людьми у нас, конечно, большинство мужчин. Ну а какие девушки сюда приходят? Чего стоит и у нас и Юра Зинченко, Константин из Греции, и Леночка Чекалова, это вообще наша торпеда и паровоз. Вот. И главное сейчас цель, не останавливаться. Я иногда кого-то тормошу, они обижаются, да что ты, да вот. Я говорю, чего вы спите, как Каспаров? Я всех бужу, приглашаю сюда, да. Ну, у каждого разное видение, но нужно понять, что здесь это мы историю открываем, вот переворот в Создаем мировой экономике. историю. Создаем историю. Да, создаем историю, и все у нас класс.